Сегодня мне везет. Тебе не больно? Хотя я вспомнил, мне плевать. Вот это по-нашему. Пора встряхнуться. Ладно, ладно. Ну не смешно. Однако, мне бы такое снаряжение. Гарри не обидится, если я это одолжу ненадолго. Умрешь до того, как меня заметишь. Надо взглянуть, что это было. Бывает такая скорость. Иди к бабочке. Так, леди, вы сколько кофе выпили? Танцуем? И почему не всегда так? Судя по всему, тут собирается не клуб поклонников Фиска. Крейвен, посылаю тебе фото. Первое — это, похоже, карта мест, где киллер нанес удар. А, да. Ладно, ладно. Чем больше мы знаем о его повадках, тем лучше. Тут еще флайер, сбор средств на борьбу с криминалом, ведет Фиск. Думаю, они хотят убить его именно там. Даже если Фиск жулик, я этого не допущу. Тем более, что пострадают невинные. Это сегодня. Они наверняка уже начали действовать. Ты должен пойти туда и остановить их. Есть проблема. У меня нет билета. И у тебя, думаю, тоже. Будем импровизировать. Меня знают в лицо. Меня охрана не пустит. Но тебя, Человек-паук... никто под маской не узнает. Намек. Я для этого недостаточно богат. Ты справишься. Я в тебя верю.
Хорошо бы поболтать с Фиском, спросить, что он об этом знает. Только мне кажется, что он не самый доступный человек в мире. Все равно бестолку, если я не попаду внутрь. Стоп! Я, кажется, понял. С такой охраной, как там, я по пресс-карте не пройду. Если только меня не будут ждать. Но фотографу нужен репортер. Спорим, я знаю, кто туда уже собирается. А, иногда я мечтаю перебраться на Гавайи. Вот только там на паутине не полетаешь. Сам не знаю, куда сейчас целился. Если я вскоре не окажусь на приеме, может случиться ужасное. Бегите! Кто-то заложил бомбу! Нужно охватить весь район и проверить, что я почувствую. Самое безопасное место для нее — дно реки. Было. Только не благодарите все сразу. Теперь эксперты уточняют, что бомба была снаряжена неизвлекаемым зарядом, а значит, Человек-паук спас не только граждан, но и саперов. Срочная новость! Паутину нужно к чему-то... Нужно поторопиться, пока я еще успеваю на вечер. Я ни за что не пропущу эту вечеринку. Резкость слабовата. В коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Очень сильный ветер. Наверху должно быть опасно. Для тех, кто не умеет прилипать к стенам. Как можно устоять? Нельзя опаздывать на благотворительный бал, а то Фиск сметет все закуски. Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Thank you.
Гильдия ценит мои усилия по их поимке? Пристегните ремни! Отлично! В коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Как спецназ остановит волну преступности, если они все время гоняются за мной? Нельзя опаздывать на благотворительный бал, а то Фиск сметет все закуски. Сигнал о попытке угона. Преступление совершается в данный момент. Бывали уже враги посильнее. Давай без фокусов, делись как мужик! Отказано! Теперь моя очередь! Я уделаю тебя! Один на один! Что, опять? Просто похоже, тебе мама внушила, что ты можешь стать кем угодно! Да, я задал жару. Эй, негодяй в отключке. Я задал жару, как считаешь? Чувствую себя хулиганом. Человек-паук снова? Я ни за что не пропущу эту вечеринку.
Почему люди становятся подручными злодеев? Из-за низкой самооценки? Не надо глупостей! Вы погубите себя! Эй, говорят, по углу раздают бесплатные пончики! Посиди, расслабься и побалдей в отключке. А давай не будем. Перестрелка! Чтобы поскорее ее прекратить. Нет, не надо аплодисментов. Ладно. Паутина, делай свое дело. Я тебе звук выбил. Ну не переживай, он под подушкой. Говорят, злодеи не считают себя злодеями. Это правда? Ну, должны же. Вот почему меня называют потрясающим. Я уделаю тебя. Проклят, Человек-паук! Обожаю! Всегда приятно вынести мусор. Жители окрестности. Придется искать другой способ путешествовать. Весело было. Если я вскоре не окажусь на приеме, может случиться ужасное. Сегодня мне везет. Нужно поторопиться, пока я еще успеваю на вечер.
Как можно устоять? Вскоре не окажусь на приеме, человек может паук! Случиться ужасное. Помоги братишке, а? Умоляю! Видите, человек паук там ему... Долго я не выдержу! Постарайся меня не задушить, ладно? Забавно, если уровень преступности растет, виноват я. А как только он снижается, все обо мне забывают. Ха-ха-ха! Все водилы в пробках сейчас нам завидуют! Слова потрясенной жертвы преступления. Если бы не Человек-паук, не знаю чем. О, да. Я ни за что не пропущу эту вечеринку. Вот это по-нашему. Сегодня мне везет. То, что нужно. Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Ни в коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Вот это по-нашему. Нельзя опаздывать на благотворительный бал. А то Фиск сметет все закуски. Посылаю координаты. Вижу паука! И внимательнее! Вот это по-нашему! Там это что, машина для клоунады? Ну, покажи наш... Бросок паука! Придумываю резкие фразы. Как говорится, один раз не... Я чуть не умер от скуки. Судя по счастливым лицам, сегодня мне везет. Нужно поторопиться, пока я еще успеваю на вечер. Беру. Мне бы сказали, правда?
Ни в коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Покажу им, на что я способен. Уходит. Отлично! Да! Да! Вот это было здорово! Если я вскоре не окажусь на приеме, нужно действовать быстро. За что не пропущу эту вечеринку? Что? Всегда думал, что он мим. Поступил сигнал о возможной попытке взлома. Да, вот я! Еще чуть-чуть. Ты просто тощий пацан, да? Еще не поздно сдаться. Или просто начать плакать. И, разумеется, Дейли Бьюгл никогда не снимает таких. Я даже испугался. Вдруг кто увидит, как я дерусь с такими неудачниками? Многие из хулиганов, задержанных человеком. Нельзя опаздывать на благотворительный бал, а то Фиск сметет все закуски. Совершенно не понимаю, почему люди до сих пор работают в Оскорб.
Нужно поторопиться, пока я еще успеваю на вечер. Безумная идея. Может, закончим все до приезда полиции? Я буду просто стоять столбом? Потом отправишь мне счет из химчистки. И судьи выставляют паучку выше. Всегда приятно вынести мусор. Местные жители. Если я вскоре не окажусь на приеме, может случиться ужасно. Почему люди становятся подручными злодеев? Из-за низкой самооценки? О, да! Я ни за что не пропущу эту вечеринку. Покажу им, на что я способен. Раньше я верила тому, что пишут в Daily Bugle о человеке-пауке. Так-то лучше! Отлично! Нужно торопиться! Да! Шикарно! Весело было. Заложника серьезные неприятности.
смс-ки, что ли, пишешь? Помогите! Заберите меня от этих сообщает о снижении числа угон. Человек-паук? Ни в коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Я всегда великолепен, но иногда даже великолепнее обычного. Как можно устоять? Перейти к другим способам передвижения. Нужно поторопиться, пока я еще успеваю на вечер. Беру. Ха! Оказалось, что лучше быть не может. Нельзя опаздывать на благотворительный бал, а то Фиск сметет все закуски. То, что нужно. Сонливость как рукой сняло. Если я вскоре не окажусь на приеме, может случиться ужасное. Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Вот это по-нашему. Я ни за что не пропущу эту вечеринку. Весело было. О, да. Сегодня мне везет. Ни в коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Должен признаться.
меня такое чувство, словно здесь таится больше, чем кажется на первый взгляд. А теперь подумай над своим поведением. Злодеи совершенствуют экипировку. Стоит последовать их примеру. Они такие милые, когда спят. Крупная победа! И стильная! Хорошо бы поболтать с Фиском, спросить, что он об этом знает. Только мне кажется, что он не самый доступный. Все доктора как будто... Человек в мире. Все равно без толку, если я не попаду внутрь. Стоп. Я, кажется, понял. С такой охраной, как там, я по пресс-карте не пройду. Если только меня не будут ждать. Но фотографу нужно... Дело сделано. Я вколол себе паучий яд Ричарда Паркера. Сначала я думал, что совершил ужасную ошибку. Было очень больно. Но изменения всегда болезненны. Даже изменения к лучшему. А теперь мне лучше. Конечно, есть небольшие проблемы. Немного пластической хирургии, лекарств и уколов, костная пилка, много криков, и все будет хорошо. И потом я подумаю, что мне нужно сделать для себя. Репортер!
Спорим, я знаю, кто туда уже собирается. Нужно поторопиться, пока я еще успеваю на вечер. Я всегда великолепен, но иногда даже великолепнее обычного. Если не окажусь на приеме, может случиться ужасное. Хорошо бы поболтать с Фиском, спросить, что он об этом знает. Только мне кажется, что он не самый доступный человек в мире. Все равно бестолку, если я не попаду внутрь. Стоп, я, кажется, понял. С такой охраной, как там, я по пресс-карте не пройду. Если только меня не будут ждать. Но фотографу нужен репортер. Спорим, я знаю, кто туда уже собирается. Сняло. Ни в коем случае нельзя опаздывать на бал. Русские могут нанести удар в любой момент. Быстро! Если я вскоре не окажусь на приеме, может случиться ужасное.
бы поторопиться, пока я еще успеваю на вечер. Следить за пауком было ошибкой. Это только... Я ни за что не пропущу эту вечеринку. Уитни! Спасибо, что пригласила! Эй, я понимаю. Колледж стоит денег. Хочешь срубить деньжат, снимая старых богатых уродов? Валяй, только ко мне лучше не подходи. Дай угадаю, ты хочешь задать пару острых вопросов о спецгруппе? И это тоже. Минут через 10 меня отсюда выкинут. Эй, Гарри! Пит! Я знаю, мы почти не виделись с тех пор, как были детьми, но... По-моему, это место не для тебя. Светская хроника. Я внештатный фотограф Бьюгла. Улыбку! Класс! Так, спасибо. Фиск очень серьезно подставляется. Как ты думаешь, зачем? Он вырос в бедном квартале. Криминал, банды. Думаю, так он контролирует ситуацию. Дает отпор людям, которые мучили его в детстве. Но я его знаю. Он уже наверняка придумал, как на этом нажиться. Уитни говорит, что копы в группе тоже продажные. Мое дело техника. Людей выбрал Фиск. Шеф полиции всех проверил. Шефу надо остановить волну преступности. Он не будет спорить с тем, кто готов ему помочь. Ну, тут ясно одно. Спецгруппа дает результат. Никто не полезет, пока все хорошо. У меня вопрос. Это Фиск? О нем ходят нехорошие слухи. Из всех богачей только он захотел со мной работать. У меня куча проблем. У меня нет времени разбираться с нападениями на Скорб. Ну и нашему имиджу это не помешает. Послушай меня. Слухи не врут. У Фиска есть кое-какие темные делишки. Но ты попробуй доказать. Джентльмены, прошу. Ой, простите. Ничего. Мне все равно пора. Меня ждут важные дела. И меня. Есть в нем что-то подозрительное. Прослежу за ним.